Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть за Binding of Isaac Afterbirth. Ох, нет, я нажал, мы продолжаем играть дневные испытания, и вот следующее. Да, это же Самсон, Самсон всегда весело. Нет, сейчас узнаем. А идти всего-то до Лэмбо, до самого последнего Лэмбо, который может только быть. А, чё это по нам попали сразу? А, это я знаю, это мы специально увеличиваем дамаг, потому что... Почему нет? Потому что, напоминаю, у Самсона ярость, которая при получении им дамага увеличивает выходящий от него дамаг. Вот такое как-то. Поэтому злите Самсона, злите. Он всех оплачет. Вначале он всех убьет, а потом их оплакивать будет. Вот такое. Что дают? Да это же... Монетка? Ну ладно. Кнопка. Чтобы ее нажать, надо взорвать и... В общем... Так мы не узнаем, что будет с этой кнопкой, потому что лишних бомб я пока не наблюдаю. Но самое главное, я пока не наблюдаю, а где же артефакт? О! Удвоение количества денег, ну, учитывая, что монеток всего одна, как-то удваивать одну монетку, что-то как-то не то. Дурной тон. Конечно. Little Chat. Ну и плохо, и хорошо. Хорошо, потому что как раз нужны красные сердечки, а плохо, потому что... Ну, отстойный же. О, вот это точно отстойный. Вот сейчас-то нам тут и раздадут. Ай-яй-яй-яй, самонаводящийся выстрел, чего нам только не хватало. Щелки-палки. Обожаю вот этого босса, когда особо-то дамага и нету. А дамага особо пока и не принесли нам никакого. Ну, в смысле, имеется в виду... Ну, так, чтобы хватило комфортно... Бить босса. Хотя мы уже почти его добили. Но почти не считается. Надо точно. Давай, давай, готово. Фух. Это же выдал Little Chat такую штуку. Или это она сама выпала? Непонятно. Тирсап, больше слезок. Хорошо, два серых сердечка. Ну, тоже неплохо. Пошли смотреть, что дадут в следующем уровне. А ключик так и не выдан. Бомба тоже так и не выдана. Денег тоже не насыпано тонна. Все сложно. Карта с эффектом полета, которая пригодится или не знаю, пусть полежит. Лучше уж удвоение количества денег. Количество. Да, оно сейчас и так удвоилось. Ну как бы, потому что из одной монетки стало две. Но вот если бы их было, скажем, ну 15. И тут хоп, и 30 стало... то было бы в разы лучше. Вот и бомба. Где ж ты была? На уровень раньше. Вот, наверное, тут что-то можно будет взорвать. Типа из камней, и за камнями что-нибудь классное получить. Наверное. Или, как всегда, нет. Ну, можно взорвать просто камни, чтобы забрать обратно бомбу. И вдруг в камнях будет проход в секретный уровень. Но вдруг. Скорее всего, нет. Ну, взорвем уже. Вот что нужно, так это ключик. А ключик это вот как раз и нет. Ну, так подумать, если... Ага, вот здесь надо взорвать. Да уж сразу тут и взорвать. Вот, стало больше бомб. Плохая была идея, вот совсем не очень. И тут хочешь не хочешь, надо взрывать именно... А, можно и не взрывать-то. Просто чтобы опять взять бомбу. Ерунда какая-то. Да ну бред какой-то. Самое бред, что нету ключа до сих пор. Дайте ключик. Вот, уже его вижу. Это тот самый ключик, который надо, чтобы дали. И тут как раз поможет бомба. Вообще-то ее надо было взорвать тут, но ладно уже, и так сойдет. И вот, артефакт этот... Чтобы еще напомнили, это Doctor's Remote Reusable... Ага, это не телепортатор, это... Почему я всегда думал, что это телепортатор? Это не телепортатор, это нанесение ракетного удара.
Но, правда, заряжается он две комнаты. Это немножко, ну... Чё-то я бы сказал бы, маловато этого удара. Я думал, он сразу снесет босса, а вот нет. О, пусть там погорит. Пусть у него там подгорит. Эй-эй-эй-эй. Все, подгорел. Босс подгорел, то, что нужно. А теперь глядим же, что нам дают в комнате со сделкой. Предлагает злобную адскую книгу зла, которая создает черные сердечки, но она стоит два красных, поэтому нет. Ну ладно, если это был удар серый, но нет, ведь это какая-то гадкая книга. Да, это генератор сердечек, но да ладно. Ерунда ведь. Че дают? Ну, берем. Плохая идея, но может не очень. Ну и ладно. Сейчас мы с ними всеми расправимся. А самое печальное, что за босса дали психического помощника. Ну да, у него самонаводящийся выстрел, это хорошо, но плохо, что могло ведь быть что-то получше. Ну, могло. А могло быть что-то и похуже. Задето, все-таки задели. Ах, вы гадкие черви. Разозлили Самсона, теперь он всех задамажит. Ну, пока это не красные сердечки задеты, так что нормально. Окей. Ключика по-прежнему нет. Тут вот несчастных червей добить как-то не сразу получается. То есть надо и дамаг повышать. А правда тут секретная комната? Появись. О, могла быть. А вот и ключик, который намекает. А давайте зайдем, ну, например, в магазин. Как раз можно удвоить деньги и получить что-то в магазине. Или... Или подождите, подождите. Может все-таки взять артефакт. Артефакт. Ух ты, елки-палки, что творится? Так, минус один. И вот сейчас... Вот так тоже можно, оказывается. Черная фекалия всех убивает. Уже очень ядреные, типа такое. Так, итого 12 монеток. Вот ведь тут же секретная комната. 100%. На, тут комната с артефактом. Батарейка, хорошо. И... Монетка, еще монетка, конечно, взять. Желательно побольше монеток. Скэпулар. Или реролнуть что-то другое. Мы можем что-то другое реролнуть. 13 монеток. Мы удвоим количество денег. И вот теперь начнем реролить. Ну, вещь-то, конечно, неплохая. Нет, это... Нет. Нет, я сказал. Ну, ладно, возьмем уже это. А то чувствую, мы дореролим до вообще какого-нибудь ужаса. Ой, секретная комната. Внезапно. А, да что ж такое? Как их бить? Если я не ошибаюсь, это та самая маска, которая при получении дамага повышает шанс. Ну, просто может выпасть серое сердечко, вроде типа того. Что в целом неплохо. Итак, секретная комната нас порадует, ну, как бы, ничем. Ну, правда, что тут есть-то? А, пауки, конечно, есть пауки. Но хоть монетка не та, которая застряла в полу, и не надо ее доставать отдельным. А вот сейчас обидно. Сюда бы бомбу. А, мы ее только что потратили на ерунду какую-то. Вот здорово, великолепно. Ай-яй-яй. Да что ж такое-то? Хотя вот у нас есть... У нас же есть чудо-ракетный удар. Скидыш и бомба есть, и серое сердечко, и что хочешь. Батарейка, но нет. Задето. И серое сердечко получено. Ну, а значит, и дамаг увеличился. Что-то не часто серые сердечки выпадают от этой маски, но все же
Есть. Попали по нему? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну реально зло же ведь. Да хватит попадать по нам. А хотя, конечно, пусть злит Самсона. Ярость уничтожит тебя. Ну, типа того. Желтый шприц? Серьезно? Ну да ладно. Кто такое дает-то? Я правда не помню, что это такое. Ну что-то отстойное. Фу какое. Фу таким быть. Так, дамаг, всякая ерунда. И желтый шприц. Да ну его. Не верю я в этот шприц, он ничего хорошего не давал. Мы пока пойдем, взорвем. А что мы не нашли? Мы не нашли ключик, не зашли в магазин. С 24 монетками, как не зайти-то? Они зашли. Ну еще глянем, что тут. Еще монетка. Вот 29 монеток. Просто надо зайти в магазин. Его еще надо найти, во-первых. А во-вторых, там-то может быть ничего и, типа, жадность. Ну или просто тупые артефакты, которые ни о чем. Ну хорошо, магазин где-то рядом с большой комнатой. А большая комната – большие проблемы. Ну в том плане, что... Ну их же попробуй всех добить-то. Конечно, попадут. Ну вот, били-били и добили. А ключика такие нету, то есть в магазин не попасть. Смысл было сюда ходить. Потому что мы можем. А так потеряли серое сердечко. Ну, правда, может, мы еще найдем его. Раз 20. А может и нет. И все-таки может взять желтый шприц или не надо. Я вот думаю, оно считает дамаг. По идее, желтый шприц должен, ну, поменять какие-то характеристики. 2, 1, 6, 4, 2, 1. Хоп. Плюс одно красное сердечко. Дамаг стал больше. Ну и, по-моему, частота выстрелов осталась, как и была. Или... чуток чаще. Возможно, меньше скорость полета. Но. Дамаг теперь троечка. От этого, по-моему, был двоечка. А значит, сработало хоть как-то. Желтый шприц, несмотря на то, что он не очень, сейчас вроде как сработал нормально. Так начнем в него верить и опять его будем брать. А потом однажды он, как всегда, устроит то, что он всегда устраивает. А можно тут глянуть, вдруг тут секретная комната. Нету тут секретной комнаты, отлично. Ну, хорошо, нету и нету, пошли дальше. Стоп. Все такие... Да как вы посмели попасть? Гадкие создания из хитина. Чего они еще там? Белков. И паутины. Ну, тут, значит, секретная комната. Хотя не факт. Да ладно. Прям со всех сторон. Во как. А если взорвать тут, взорвутся все остальные или нет? Получилось. Пилюля с эффектом... Полное здоровье. Ну, отличились, хорошо. Отлично, отличились. Паучата. Миллиарды пауков. По-моему, стал даже темп стрельбы повыше все-таки. Ключик есть. Значит, сможем зайти в комнату с артефактом. Ну, чтоб чаще подал ключик, а то магазин мы уже мимо прошли много-много раз. И, наверное, еще раз пройдем. Скорее всего, ключей тут не завезли. Но, может быть, мы сможем выбить что-то такое в комнате с игровыми автоматами. А тут ключик. А, вот теперь можно зайти в магазин, если он, конечно. Так, вот эта мне штука не очень нравится, но... Ну да ладно. В принципе, почему нет?
Ну, как бы мы вот эту штуку взорвем, потому что шанс тогда появления комнаты с ангелом повышается. Ну, типа, нужна комната с ангелом для того, чтобы... Не знаю, почему-то. Почему бы нет? Еще ключик. Вот, пошли ключи. Ключный день какой-то. Ключевой. Ой, да ладно, даже дали первый артефакт. Причем дали, когда уже все фекалии, извините, пройдены. И новых не жди. Скидка в магазине? Да ладно. Хорошо, берем скидку в магазине. И теперь мы можем купить все по дешевке. И карту с эффектом суицид. Вот сейчас обидно. Игра как бы говорит... Чё? Убейся! Ну правда, ну что это такое? Секретная комната? А вот вопрос. Оказывается, не тут, не тут. Я думал, она где-то вот слева или справа от той. А нет. А можем мы это как-то... Аккуратно взорвать! Можем, но не будем этого делать. Готово. Ну, все основное пройдено. Пошли бить босса. Ой-ой-ой, не изрядился артефакт. А вот зато в дыню получили. Правда, не смертельно. Но получено. Эй-эй-эй-эй. Давай, следуй лучу. Опять попадено. Да как так-то? Не, я понимаю, что мы... Увеличили дамаг от этого, но все равно. Обидственно. Так, это у нас что? Локап, повышение удачи. Ну и плюс вафля. А вот это отлично. Вот за это, ангел, тебе большое отдельное спасибо. Черное сердечко. Ну дают, берем, что. Так, игровые автоматы. 5 сердечек есть. Ну, не так, чтобы много, поэтому. Ладно, идем дальше. А какой это уровень уже? Че ты растерялся? А уровень уже 5. Мы на босс раш успеем. Я не уверен, что мы туда успеем. Поэтому, наверное, и не стоит стараться особо. Стуки-стуки. Сам дурак. Бёмба. Оказалось, тупик. Вот теперь обидно. Но зато черное сердечко и потратилось. Так что, может, теперь опять будет ангел. Это вот что такое на полу валяется? Оковы, типа? Такой вот странный подвал у этих айзиков. Ох, сейчас-то хуже-то и будет. Что-то не то. Надо было удар-то наносить. Ай! Когда она еще... Ну, в смысле, после того, как она развалилась, а не до того. Ну да ладно. Били-били и забили. Неизвестная пилюля. Addicted. Типа что? Повзрослел. Импресс, усиление. Отлично, всегда пригодится. Здрасте. А вот чё они не взорвались одновременно вдвое вместе? Нет, ну ладно. Это что такое? Ужасно. Ужасно. Вот это... Мы потратили ключ на вот эту... Вот я помню. Надо вначале, чтобы она развалилась. А потом все, свободно. Опять бомба, хорошо. Ой, ничего не знаю. Минус один. Давайте быстрее. Минус два уже. Ну, отлично. Куда идти? Кого бить? О, магазин. 25 монеток, 2 ключа. Вот все как мы любим. Надеюсь, там нету никаких жадностей. И тут именно жадность. Именно вот та самая жадность, которая... Это она. Учитывая, что это предпоследний магазин. Ну, если, конечно, мы не заглупим и не пойдем какой-нибудь, если успеем, Blue Womp, ну, что-то как-то не хочется туда вообще. Здрасте, ребята. Ну, как здрасте? Давайте сразу до свидания. Конечно. Тоже импресс. Хорошо. Но мы не успеваем на босс раш, так что, что бы там ни делали, не успеем, да и все.
Ну-ка тут, вот да, вот правильно, молодец. А чё мимо-то? Блин, как так оно не задело камней? Это странно. Оу, ёлки, что я здесь? Как это так вышло? Я понял, я хотел импресс включить, а включил что-то не то. Ой, теперь вот эту пакость попробуй убей. Попробуй в него еще попади, во-первых. Не, ну есть идея. Только ему что-то не нравится эта идея. Отлично. Повышение здоровья, чуток медленнее летят слезки, но зато их вроде как больше. Белое сердечко, хорошо. Куча серых сердечек. Ну, как бы нам их и сильно не надо. Так, чтобы уж совсем. А вот что нам надо, это пойти забрать карту с усилением. Вот это да. Так, и что было в магазине? Жадность была в магазине. Отлично. Ну тут я даже не знаю, теряюсь. Здрасте, а вот его взорвать может? А может и нет, а может и тут секретная комната? Да, и в ней вторая жадность. То есть будет строго магазин. Это радует. А что ты от него отскакиваешь? Стой на прямой линии с ним, и все будет хорошо. Отлично, это называется прямая линия. Прям вот в морду получил. Даже луч есть, чтобы вот примерял. Вот, вот эта прямая линия. Стой тут. Нет. Ой-ой-ой. Хорошо, минус. Ну, такое. Ну, этакое. Магазин, что ли? Да ладно. И да, это магазин, значит, что гигантские помощники. Это типа полезно, берем. Что еще тут есть? Карта с эффектом Magician. Бесполезен, потому что у нас все равно все летит. Получу. Получите. И карта-генератор. Ну вот, наверное, мы его не будем брать, поэтому извините. И тут ничего нет. Обидно. Ну ладно. Еще всякие карты, и вот их бы можно было попытаться взять. Ой-ой-ой, ай, карамба. Вот, вот. Как-то так. Фух. Ай-яй-яй. Сейчас же на ровном месте может всякое произойти. А нет. Ух ты, а я думал, он летит бесконечно, получу. А нет, только по определенной дальности стрельбы. Это немножко... Как-то уменьшает эффект радости от этого артефакта, хотя... Ты тут остался? Что за наглость? Я думал, их там где-то за экраном добивает, а нет. Ну и как вот с этим быть? Как-то так. С помощью чудо-бомб, а бомб не так-то и много. Ключик, ну все классно. Только, наверное, все-таки надо и найти артефакт, а то что-то как-то с этим к боссу идти. Мы же потом не выйдем обратно, поэтому надо по-любому идти искать артефакт. Артефакт, а не тут. А вот он не тут. Не ожидал, что он где-то, ну хотя бы за этой комнатой или примыкает к ней. А нет, иди через другую большую комнату. Обожаю вот такое. Ну и смысл. Взять это, конечно, можно. Но смысл? Пилюля с эффектом... Бомбы становятся ключами. Вот это все. Все меняет в корне просто. Бомбы становятся ключами. Окей. Окей. Ну, вернее, 3 ключа, 4 бомбы. Было 4 ключа, 3... Ой, я вас умоляю.
Да, большая комната. Обожаю большие комнаты. Ну, даже если вот она вроде такая беспонтовая, с паучатами всего... Ну, как паучатами. Еще какие паучищи бегают, и двойные пауки. Наши любимые пауки. Вот, конечно. Да выпендривай. Знаете что? Вот что надо было сделать сразу. Да и все. Для этого черное сердечко и нужно, чтобы всех продамажило и забыли про эту тему. Нет, надо что-то там как-то исхитряться, получить в морду два раза. Сразу получил два раза в морду. Минус черное сердечко. Спасибо, до свидания, все сдохли. Так слушай, как далеко-то. Интересно, нам тут что-то выдадут? Ты дадут, выдадут. Ой, да ладно. А как они будут лететь по лучу? А никак. Лучшие очки, ничего хорошего. Ну, может, это двойные слезы какие-то теперь летят? Ну, правда. Дамаг увеличился просто потому, что... Не знаю. Какой дамаг? Не сильно он увеличился. Два ключа, оказывается. И это, оказывается, монета. Невероятное богатство. 52 монетки. Теперь-то заживем. Все, ничего больше нету. Хорошо, пошли разбираться, что же там творится с боссом. 53 монетки. Это, конечно, можно потратить где-нибудь, ну, скажем, на игровых автоматах. Почему нет? Ой. Чуть не наступил на шипы. Но не наступило это мастерство. Вот сейчас будем получать от мамаши. И тут наступим на все шипы, какие есть. И не это хотел сделать, но ладно. Вот теперь больно. Ну ты все. Проблема решена. Но правда мы потратили все, что можно было потратить. Получили всю ярость, какую можно было получить. И промазали, промазали ракетным ударом. Вообще не весело. Стыдобинушка. Давай, еще дают. О, усилитель дамага. Терять-то было нечего, и, собственно, выдали хорошую вещь. Усилитель дамага. А самое приятное, что у нас есть выданная ангелом вафля, которая уменьшает... Как это странно бы не звучало, вот, ну... Которая уменьшает... Ну, в смысле, выданная ангелом вафля, которая уменьшает дамаг в половину. То есть, если бы дамажили на целое сердечко, тут задамажит на половинку. А это как раз те самые уровни, где дамажит по целому сердечку. Это радует. Нет. Вот насчет скорости попадания по морде, это нет. Это не к нам. Готово. Между прочим, даже если попадется камень с крестиком, от бомбы-то нету. Ну, да, я забыл, у нас же чудо-ракетный удар. Сорян. Чего ты протупил? А в принципе не так и плохо дамажит. Ну а чё бы это оно должно плохо дамажить? Последний ключик. Серое сердечко. Вот это. Уважуха. Спасибо. Респектос. Все такое. Неведомая ерунда, которая настолько неведомая, что даже не хочу ее брать. Давай. Цыпа. Получи же, дурное, вылезло. Кто тебя звал? Ай. Что-то взорвалось и... Оно само? Или эти гады плевались чем-то? А, наверное, босс сюда. Чё ждёшь? Глупая. А вот не сюда. Кстати, и бомбы появились. Но мы могли ракетный удар нанести без... Ой, камушек. Прекрасно. Просто усиление дамага теперь вот вообще. Damage overpowered. Но то, что получу и... В смысле, стреляет, получу. И при этом оно как-то не сходится с этими очками. Немножко печально. Так, что же нам тут предлагают? Отлично, лошадка. Это вот просто лучшим... Даже, может, не могло и не быть. А почему было два удара ракетных? Вот я не совсем понял. Это, наверное, потому что очки все-таки так сработали. Ну и отлично. Пускай у нас лучше будет полет, чем этот чудесный
удар. В конце концов, этот полет создает тоже удар света, который неплохой. Столба света. Ладно, идем дальше. Мамашин уровень 2, вернее, тут уже ее сердце. It lives, так сказать. Что дают? Тут дают всякое. И даже не знаю, стоит ли этим всем заниматься. Но ну, давайте попробуем что-нибудь выбить интересное. Сколько с удачей? Удача у нас одно деление. И, скорее всего, тут что-то такое эпическое не выбьется. Монетка. Наверное, это лучшее, что могло тут быть. Поэтому вот что мы сделаем. Просто невероятное богатство. И полтора сердечка — это все, что нам надо. На самом деле нет, но... Ну ладно. Чушь, не так-то. Давайте так. Игровые автоматы. Просто это долго и какой-то результат. Ну что там может быть? Максимум плюс одно красное сердечко. Это если хорошо получится и долго-долго биться головой об автомат по сдаче крови. Где-то найти кучу сердечек потом еще. Ну, в общем... Пожалуй, может, и поспешил. Может, нашли где-то эту кучу сердечек. Ну, да ладно уже. Уже и так сойдет. И так сойдет. Как говорила Вовка в 39-м царстве. Сюда. Минус один. Гурлингс и минус второй. Гурлингс. До свидания, Гурлингс. Босс здесь. Попробуй угадай. Монетка, окей. Глаз не наш, и хорошо. Хорошо, что он там один только был. А не в окружении какой-нибудь страшной кучи пиявок, как это обычно бывает. Секретные комнаты. Вот без понятия. Тут может быть? Вполне. Тут тоже может быть. Секретная комната, появись. В смысле, вот здесь она. Появись. Да, она тут действительно. И в ней... Невероятные богатства, которые зачем? Итак, it lives. Попало по ней? Ну, хоть чуток попало. Так. Ну, а теперь тупо бить саму эту центральную дуру. Ну, как-то так. В принципе, даже успели на Blue Womp. Я только не знаю, стоит ли туда идти. Как вы думаете, стоит ли сходить в Blue Womp? Или эта идея не самая лучшая? Вот сейчас ты сказал правильно. Не самая лучшая идея сходить в Blue Womp. Не ходи туда. Нет. Да ладно. В последнюю секунду зашел. Зачем ты это сделал? Ну, если мы не дойдем, то только из-за него. Ну, в смысле, меня. Хе-хе. Что дают? Расплескивающийся выстрел. Это, по-моему, лучше будет. Ну-ка, что, как он расплескивается? Ну, ладно. Дальность не сильно уменьшена, но такое. Самонаводящийся выстрел и дева. Дева дает... Что у нас дает дева? Это же... Самонаводящийся, по-моему, бесполезен. Ну как, он будет по лучу наводиться? Это немножко... Но все равно луч. Вот не хотел же брать. А давайте еще глянем. Просто глянем, что тут дают? Хоть один ключик дали, да? Ключик дали. Гигантские мухи-пауки, которых у нас тупо нет. Серое сердечко, которое... Ну ладно, вот это можно будет взять сейчас. Взорвите, пожалуйста, этого товарища. У него ничего нет. Ключик, пожалуйста. Отлично. Ключик. Нет, все, ключика больше нет. Есть голова козла. Я бы сказал, это несколько уже поздно. Ну ладно. Так, наверное, возьмем деву. Она дает хоть щит какой-то иногда. Это уже будет полезно. Ну и вот это возьмем, а серое сердечко уже на выходе возьмем, если получится. Все, пошли бить Blue Womp, который хаш. Хаш, хаш, хаш. Here comes the boogeyman. Это такая песня, она есть... Ну это какая-то старая песня, типа, не нашинская, конечно, там, типа, колыбельная или что-то такое, или, ну или детская. Суть в том, что она в Биошоке, кажется, в первом или втором саундтреке есть. Там очень много музыкальных автоматов, которые играют музыку, соответственно. В Биошоке. Ну, вы же помните Биошок. Вы все помните Биошок, я тоже. Надо, кстати, третий Биошок пройти. Пока какой-нибудь четвертый не вышел, хотя я не знаю, как там с третьим было. А, да, какой-то ремастеринг недавно вышел, вроде что-то такое.
Но к нему, наверное, надо и хороший компьютер. Спасибо, нас задели. Наконец-то. А вот вам хоть попало хоть один луч по этой большой дуре в центре комнаты. Это же странно, если не попал. А чё он спрятался? Оно. Она. Они. Кто бы это ни было. Ой, как плохо. Вот это вообще плохо. Не, ну с другой стороны, если чуток продамажит еще нашего персонажа, вот, началось, то мы и дамажить будем посильнее. Нормально, так стоим, дамажим. Нас не задевает, а если заденет, то будет только хуже им. Ведь правда же? Вот это лучшее место дамага. Стоишь, стреляешь, он тоже стреляет. Ну мы-то попадаем, а он... Ну нет. Что же их столько-то? Конечно, задето. Ну так это ж только им хуже. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще задето. Ну теперь вам совсем плохо будет. В смысле им. В смысле все уже. Бита-бита-добита. Ну так это ж здорово. 3 миллиарда красных сердечек. Вот сюда бы тот самый автомат по сдаче крови. А это было бы здорово. Можно было бы из него что-нибудь выцыганить. Ключей новых, к сожалению, не добавилось. Ну и ладно. Серое сердечко и вперед бить, судя по всему, у нас выход есть только к нечистому. Ну понятно, мы идем к Лэмбу, поэтому какой еще мог быть путь? Только через подвал дальше, ниже. Через Шеол, вернее. Это из подвала в Шеол. В Шеол какой-то. О, ключик? Да ладно. Что, правда ключик? Серьезно, ключик? А зачем нам столько ключей? Хватит. Как здорово-то бьется-то все. Ну, не считая вот этой вот по морде получалки, сейчас было вполне нормально все. 3 миллиарда денег. Воу. А ну как это работает? Просто непонятно. Я не уверен, что это хорошая вещь. С другой стороны, монеток нам особо не надо. Но давайте попробуем, как оно бьет всех. Непонятно как-то. Оно... В общем, что-то мне оно не нравится. Давайте лучше обычный простой выстрел, который нормально двигается и понятно, что он делает. Он не прыгает, скачет вдоль луча, как непонятно. Ну, в общем, вы поняли, что непонятно, и мы его брать не будем. Все. Нет, я знаю, что он летит такой спиралькой, как бы, ну... Но нет. Не в этот раз. А чего так отпихивает? Отталкивает, отпихивает. А бомб-то и немного, оказывается. О, теперь много бомб. Ну как много? 4 это немало, но все же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот давайте, может, так, да. Ну, действительно, так было проще. Я думаю, до босса мы еще доберем заряд-то этого всего. Сколько их осталось? Еще 2. Дал минус 2, красавчик. Серые сердечки. Могут тут быть серые сердечки? Пожалуйста, появитесь. Вот, еще одно. Ну, хотя бы так. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Не знаю зачем, но ну, ключик дали, надо взять. О, в морду дали. Надо было получить, конечно. Без получения в морду. Как хорошо, быстро продамаживается. Все-таки там разрывной выстрел, плюс, наверное, все-таки очки удвоенный дамаг дают. По-моему, стало нормально. Нормализация. Серое сердечко и босс. Ну, предположим, босс где-то вот сюда. Да ладно, да что вы, сколько вас, да что, что вы такие прям... Такие все. Ну, все такие какие-то.
Не, черное сердечко потом возьмем. После нечистого. Еще бомбы. Как будто у нас мало бомб. Не зарядил-то как-то. Обидно-то как-то. Ой, ну это глупо было, ну да ладно. Спасибо, до свидания. Что такое? Самый умный тут. Он тут самый умный, слышали? Спасибо, до свидания. Ой, как-то взяло и сдохло. Просто ужасно. Ну, в смысле, прекрасно. Где там было черное сердечко? Вроде тут было. Отлично. Самсон так разозлился, что надавал порогам самому нечистому. И это не предел, там еще какой-то лэмп есть. Наверное, это какое-то дитя нечистого. Сейчас ему тоже, надеюсь, рога пообрывают. Хоп! Внезапно. Нечистый говорит, ну, ты так классно себя зарекомендовал, что... А может, ты хочешь вот эту ерунду получить? Я так подумал. Ну, раз уж Лэмбо пришел капут, то возьмем. Почему нет? Это же усиление дамага еще более. А помощник? Думаю, без него обойдемся. Так. Серые сердечки, пожалуйста. Вот, можно еще одно. Ну, или так. Вот и, кстати, появились гигантские мухи-пауки. Пригодилось. Не очень, но так. Кто еще? Сколько вас осталось? Один, два. Свободен. Пилюля с эффектом чуток меньше хари. А значит, меньше битбокс или кто там. Хитбокс. Битбокс это когда... Что-то такое вот. И как хорошо. Просто вот всех закосили. Спасибо, мистер Косец. Косите, мистер Косец. Так. Нормально. Быстро. Радует. Пилюля с эффектом Range Up. Хорошо. А мы же взяли знак зодиака Дева. Он, по-моему, то же самое, что PHD. То есть все пилюли имеют позитивный или нейтральный эффект, но не негативный. А это было не зря. Однако, какой быстрый тут попался. Быстро попался, быстро с ним расстались. Вести. До свидания. Надо вниз сходить, я думаю, там тупик. Хотя, может, и нет. Ох, паучищи вылезли. Наши. Хоп. Свободный ключик, не знаю зачем, но дают. Берем, ладно. Минус один, минус два, пожалуйста. Готово. Ну, это понимаю, дамаг. Конечно, нету слезищ размером весь экран, но зато дамажит... Ой-ой-ой, как. Шипоходка. Ну, в смысле... Наверное, это мозоль для хождения по шипам. У нас и так полет, поэтому не нужно, конечно. Че вверху дают? Вверху дают тупик. Маленький рожок, тоже порога. Да и у Луки есть рога. Порогам. Это усиление дамага же, правда? Damage up. Больше damage. Могли бы дать серое сердечко, но что-то нету. Ну нету, нету. Просто вот скосили. Вот оно, серое сердечко, выдали. Минус один, минус два. Ну здорово же. Кто дает? Так, импресс, хорошо. Джастис, что дают? Всякую ерунду. Ну, импресс возьмем. Почему нет? На боссе за секунды вынесем. Не знаю, это будет смешно, если вынесем. Ровно за секунды. Ну, скажем, три. Три секунды. Вынесем за три секунды. Как мы это определим? Вот, ну, я не знаю. Сейчас еще в дыню разок дадут нашему персонажу. Вот. Он разозлится. Станет яростным Самсоном, который всех сейчас порвет. Ну, типа того. И всех сейчас порвет. Вот ты еще злее. Ну, вернее, так, не зло, а это благородная, справедливая ярость возмездия за что-то там злое. Ну, как-то так. Ключик. Ну, конечно, нам ключик это то, что не хватало. О, тут вопрос какой-то, ну, это... Ну, я понял. Больно. Серых сердечек не выдавали. Секретная комната, правда она тут? Ну, не хочу ее искать, правда.
Так, сначала включаем усиление. Теперь врубаем вот это. И теперь тупо дамажим. Ну как, 3 секунды, пожалуй, это я погорячился. Ну, 5 секунд. Нормально же. Трен-дрен-дрен. Пау, 41-44. 10-34 по времени. Ну, неплохо так, чтобы совсем уже. Ну да, я знаю это. Это пока мы начали рано, все такое. Посмотрим, кто же прошел за 2 минуты. Есть такие люди? Как всегда, мы где-то в хвосте. Уже 36-й, спасибо. Unknown прошел за... Что за Unknown? Ну, покажите нам. Вот это GIS-91, 15 минут. Точно. Zeratul 29 минут. Что это такое? Читы сломались? 15 минут. Это что-то неправильно. Ну, в принципе, если бы мы проходили без Blue Bomb, было бы быстрее, наверное. А может и нет. Эй, да ладно. Пройдено. Причем с заходом к хашу и задамаживанием ему его их по полной. И как водится, честно и без всяких читов, мы только так и играем. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!